Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Считаю. Раз, два, три. Это моя маленькая армия пулик, и наша задача сделать ее больше с помощью вот таких множителей. Ну что же, давайте тогда, конечно же, попробуем. Я сразу же беру вот такие два параметра, и у меня уже 258 пулик стало. Ничего себе, армия становится шире. Плюс, причем на две шеренги, и теперь еще на две шеренги. Вот это да, друзья. Реально выглядит очень-очень даже круто. Сейчас расстреляем вот эту толпу своей армии. И в итоге мы вместе с вами выходим на финишную прямую, где мы фармим наш пистолетик вот такими патрончиками. Слушайте, очень-очень даже прикольно. В итоге мы остановились на множителе в 55. Не успели его добить, потому что у нас просто тупо не хватило патронов. Ну и как вы, друзья, понимаете, мы сейчас находимся в игрушке под названием Bullet Army Run. Ну и второй уровень у нас выглядит вот так. Не знаю, что это такое, но тут я вижу то, что нам нужно объединяться и ставить вот такие кубики-патроны на нашу ленту. И когда мы нажимаем play, то видим то, что наши пульки начинают сами фармиться, и благодаря этому мы начинаем, ребятоньки, дальше бежать. Офигеть, я, честно говоря, даже не ожидал то, что тут у нас будет такое начало. Ну ладно, мы сейчас берем тогда, конечно же, два вот таких множителя и выбираем вот такого паренька. Не знаю, что сейчас мы будем делать. А, ничего себе, мы сейчас вместе с вами за него играем. И наша задача — победить врагов. Видим то, что, смотрите, тут у нас два снайпера. Минус один есть, и второй тоже получает. Замечательно. Так, где у нас остатки наших противников? Это, кажется, вот этот паренек, и в итоге все. Да, друзья, это было на самом деле очень даже жестко. Ну и после этого остается дальше бежать и, естественно, больше делать нашу армию. Я, честно говоря, не ожидал такого мега крутого экшена. Ну а мы видим то, что мы еще и били рекорд на 5 единичек. Очень и очень даже круто. Предлагаю сразу же начать третий уровень. Видим то, что мы вместе с вами можем опять-таки объединять вот такие кубики и, естественно, делать больше нашу армию патронов. Вот, предлагаю как раз-таки вот такое небольшое домино устроить и в итоге нажимаю на play. Видим то, что теперь у нас вместо 32 получилось 38 патрончиков. То есть, в принципе, это очень даже выгодная штучка. Ну ладно, мы сейчас, конечно же, собираем кристальчики и теперь ширину и еще разочек ширину прокачаем. Вот, смотрите, вот это уже действительно совсем другое дело. Мы опять-таки играем за нашего снайпера и фигачим наших противников. Минус один есть, минус второй есть, и осталось нам победить еще, ребята, китанчика. Да, это, честно говоря, было очень даже быстро. Ну и в итоге мы выходим на финишную прямую с 400 патронами. Офигеть, это на самом деле абсолютный рекорд. Я думаю, мы сейчас побьем, конечно же, еще вот эти множители. И вы видите, в конце нас ждет вот такой прикольный ящик. На самом деле, очень даже хотелось бы до него дойти. Но я думаю, у нас для этого имеются все нужные условия. Вот, смотрите, я сейчас беру, объединяю двоечки, четверочки, и видим то, что, смотрите, какая у нас теперь прикольная доминошка имеется. По сути, это нам должно точно улучшить нашу жизнь. Ну и давайте еще бонусом плюс 4 добавим. Все, замечательно. Наверное, у нас будет около 40, а может быть даже и больше патрончиков. Да, 44. Слушайте, очень даже круто. Остается нам добавить длину, еще плюс длину, и минусовать нашу армию из-за вот этих дурацких чувачков красненьких. Блин, капец, ребятоньки. Это было, конечно, очень даже неприятно. Ну ладно, у нас, ребятоньки, небольшая мини-игра, где мы опять-таки должны побеждать наших врагов, которые сидят вот на этих зданиях. Ну и не забываем, конечно же, еще про танчики. Видим то, что мы где-то одного пропустили, и вот он, этот паренек. Все, теперь он точно, ребятоньки, никуда от нас не денется, а мы, конечно же, продолжаем идти дальше, где, смотрите, друзья, сколько нас множителей ждет. 715 пулек мы вместе с вами накопили. Это абсолютный результат, и мне кажется, мы, наверное, точно никогда такое не побьем. В итоге мы добрались до максимума 85x. Ну ладно, следующий уровень у нас 5-й. Видим то, что нам пока что хватает денежек, чтобы опять-таки сделать эволюцию 4-го уровня, а эти штучки можно, конечно же, уже объединить до 16. Вот это да, друзья, очень даже выгодно у нас получается объединять вот эти штучки. Ну ладно, нажимаем на play. Я думаю, сейчас у нас точно будет около 60 уже патрончиков. Хотя не, наверное, что-то я слишком перебрал, друзья. Плюс 50. Сейчас мы увеличиваем, конечно же, длину, и теперь у нас имеется армия в 230 человек. Человечков, точнее, патрончиков. Ну, слушайте, очень даже неплохо. Сейчас мы опять-таки снарядим нашего снайпера, и ничего себе, смотрите, ребятоньки, какой прикольный уровень. Тут нам нужно тапать, чтобы попасть в нашего противника.
И в итоге только что хедшот дали, но видим то, что у нас еще плюс 3 чувачка. Благо то, что мы очень даже быстро с ними справляемся. Ну и в итоге вот он крайний паренек. Спокойненько даем ему хедшот и, естественно, продолжаем идти дальше. Тут нас ждут еще вот такие небольшие множители, и в итоге опять-таки на финиш мы выходим с 730 патронами. Довольно-таки неплохой результат, но надо бы уже, ребятоньки, повышаться до 1000. Хотя, если мы сейчас вместе с вами очень даже хорошо объединимся, то, скорее всего, у нас будет такая возможность. Вот смотрите, мы сейчас вместе с вами берем, объединяем четверочки и получаем восьмерку. Очень и очень даже хорошо. Только единственное, вот бы нам бы ее, ребятки, где-нибудь расположить. О, хотя я думаю, так очень даже будет неплохо. Так, давайте посмотрим, сколько же у нас будет патрончиков. 56. Ну, слушайте, я скоро буду уже близок к своей мечте и сделаю, наконец-таки, уже 60. Ну, и видим то, что сейчас мы будем, конечно же, удлиняться. Да, армия, в принципе, очень неплохая. Ну, и опять-таки, начинаем нашу перестрелочку. Против нас, опять-таки, 9 чувачков. Но тут, в принципе, все очень даже просто. Нам нужно только тапать им на голову, и тем самым мы будем очень даже быстро их, конечно же, минусовать. Вот последнего паренька только что зафигачили, и остается нам, конечно же, взять вот такую ширину и еще плюс одну ширину. Смотрите, у нас действительно получился какой-то квадратик, нежели прямоугольник, как обычно у нас до этого выходило. Ну и что же, ребятоньки, 7-й уровень у нас будет финальный. Давайте сейчас мы вместе с вами сделаем очень и очень даже большие эволюции, чтобы сделать по максимуму наших патрончиков. Блин, хотя видим то, что особо-то я больше ничего сделать не могу. Поэтому добавляем хотя бы двоечку и нажимаем, конечно же, на play. На сей раз какое же у нас будет число наших патрончиков? 58! Блин, друзья, буквально на 2 единички я не успел исполнить свое желание. Ну ладно, я думаю то, что если вы все-таки захотите продолжение данной игрушки, то мы вместе с вами обязательно это сделаем. Ну а пока что приступаем к перестрелочке. Даем минус 2 и теперь сразу же минус 3, ребятоньки. Хотела одним движением, но не хватило патрончиков. Да, все-таки надо помнить то, что тут у нас имеется еще перезарядка. Ну ладно, остается у нас последний паренек. Даем ему, конечно же, хедшот и выходим на вторую половину нашего уровня, где нам нужно взять вот такие штучки на ширину. О, смотрите, друзья, сразу же мы такие толстенькие стали. Ну и, естественно, пришлось немножечко потратить патрончиков на противников. И стоп, погодите-ка, серьезно? У нас вторая мини-игра, где мы играем опять-таки за снайпера и нам нужно опять побеждать наших врагов. Вот это да. Я, честно говоря, не ожидал такого исхода, но в итоге да. У нас действительно этот уровень оказался очень и очень даже длинным. Остается нам взять еще вот такие множители на удлинение нашего червячка. Ну и, конечно же, выходим опять-таки на финишную прямую. Я думаю то, что рекорд мы опять-таки не побьем, но хорошую сумму точно выбьем. Хотя, ничего себе! Видим то, что мы практически побили рекорд. Это реально было очень даже близко. Жалко то, что не получилось. Ну что же, а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!